С одной стороны, ничего необычного, учитывая постоянные перебои в движении общественного транспорта. Но тут же стоял пустой автобус с цифрой 4 на борту. Как оказалось, вполне исправны. Что-то не понравилось сотрудникам ГИБДД в документах на машину, и они до уточнения деталей высадили пассажиров. Те слезно умоляли довести их хотя бы до следующей остановки, где можно пересесть на троллейбус. Но все было тщетно. Одно наше появление изменило настрой стражей закона. Говорят они, что они заботятся о нашем здоровье. Да. Попросили мы службу ГИБДД, чтобы они разрешили продолжить рейс хотя бы до ДСК, где могли бы пересесть на троллейбус. Но они отказывались. По-моему, сейчас ваша работа сделала то дело, которое не могли наши слезные просьбы. Что не понравилось милиционерам и почему ГИБДДшники не смогли выяснить все в автоколонне, нам узнать не удалось. Рыча двигателем, охранники правопорядка растворились в морозном воздухе.